платы за негативное воздействие окружающей среды. И у него, насколько я понимаю, это одно управление здесь, в Ульяновске, и туда отчетность дают, я насколько понимаю, по почте. Там сложная ситуация, я до конца не знаю, с отчетностью через интернет. Но я думаю, если получится через МФЦ сдавать эту отчетность, будет очень хорошо. Да, там очень... В качестве дополнения включить... Давайте, коллеги, да, очень хороший, вот, у нас природа...